потом была их дочка, которая каталась, да? Которая сейчас тренирует в Сокольниках, да? Очень приятно, что из этого города, из далекого города, что там не умерла школа фигурного катания. Потому что многие школы фигурного катания закрылись. А это жива. Закончили, а румбу катали совсем не в музыку. Ну, вы знаете что, я даже не буду обсуждать эту пару, потому что я считаю уже большим достижением, что в городе Кирове эта пара вообще есть вместе с тренером. Значит, там работает школа.